Да вообще женщина загадка по всем вопросам по жизни. Никто не может отгадать. Она сотни, тысячи раз делает то же самое на тренировках, а вот здесь упала. Что ей? Необъяснимо. Действительно. Ну и вот сейчас давайте обратим внимание. На этого анонсировано, да? Томомаса Хосигава. Опа, это красиво. Японский гимнаст, обратите внимание на элементы в кругах Даласала. Ой, какой молодец. Ой, какая красота. Ой, какая молодец Федерация Международная, что поощряет это. Вот я об этом и говорила. Да, Лидия Гавриловна, я так и понял, действительно, да. Про что вы... Зрелищность должна повышаться. На что вы обратили внимание. Да, да. Вот именно за эти элементы, которые делаются вот в таких кругах Даласала, они повышаются в стоимости. И вот обратите внимание, вся комбинация у него... У него даже перебор уже, это тоже. Надо все-таки показывать круги двумя метрами. Вот, пожалуйста. Да, это, да, спасибо, заявка выполняется. Да-да, ну я к тому говорю, что можно спекулировать таким или сяким. Он, конечно, владеет этими одноножными махами. Молодец. Молодец, он дал заявку. Очень-очень хорошая комбинация. Выполнено довольно чисто. Успешно. Тем не менее, как бы, ну, вроде бы не часто мы его могли наблюдать, наверное, да, на международном старте, таких, ну, как чемпионат мира там, или этапы какие-то Кубка мира. Ну вот 25 лет уже, ни много, ни мало. Ничего, он проснулся, очевидно. Самой высокой базой здесь в финале. Вот здорово. Вот ты понимаешь, вот прям как это были слова в руки, или как это. Вот я как раз об этом, я же консультировалась с хорошими специалистами мужской судейской бригады. 6,5 он показал в квалификации, я думаю, здесь будет совершенно. Мне тебе точно объяснять так же. Смешно, ты же понимаешь, что такое на коне махе 6,5 набрать. Да, это фантастически сложно, фантастически сложно, и у нас... Трудно лидеры назвать. лидеры наших, наверное, комбинаций, ну, 6-4 где-то примерно набирают. А, ну, это, дай бог. В общем, это очень трудно, товарищи. Ну, хорошая комбинация. Конечно, она заметно отличилась. Но я не знаю, как кто успел увидеть, но кто видел того же самого Берка, сегодня чуть к нему на этом снаряде возвращаясь, потому что он меня покорил тогда. Вы можете представить, что я за столетие чего только не видела, да? И очень поощряю класс исполнения китайских. Китайским гимнастам, у них техника, конечно, облизанная, прямо скажем, да. А наши ребята, я вспоминаю, и того же Клюкова Колю, и того же нашего капитана команды, вдруг выскочила фамилия.